Всем привет! Здрасте! Константин, здравствуй! Здрасте! Я у тебя сегодня хотел хитро повыспросить всякого. Давай. Я знаю, что ты видный камневед, знаешь всякое... Камнёлок. Камнёлок, камневед, любитель драгоценных и прочих камней. Да. Кое-что, ну, по крайней мере, у меня больше камнёлогов, камневедов знакомых нету, поэтому придется у тебя повыспросить. А идея-то у меня вот из-за чего такая родилась. Ну, мы уже как-то отмечали, что и Константин, и я, мы занимаемся историей материальной культуры много. Угу. Константин как реконструктор, я как реконструктор и как ученый. Занимаемся мы преимущественно средними веками. Вот. Но я несколько пошире, Константин только ранним средневековьем, что странно. Почему до сих пор не в Познятии, не на 14-15 век, так интересно. А мне нравится героическая эпоха. Я люблю себя чувствовать героем. Хорошо. Я тоже с недавних пор. Да, так вот. В это время оружие очень часто, прямо исключительно часто украшалось чем-нибудь. В том числе драгоценными камнями. Я имею в виду раннее средневековье, античность, вот эта эпоха прямо наполнена примерами того, как оружие украшалось чем-нибудь замечательным. И я, ну так получилось, я очень люблю Римскую империю, Римскую республику, Римскую империю, и не занимался и сам никогда, в смысле не изготавливал ничего. Угу. Но у меня масса друзей есть, которые этим занимаются, я им или информационно помогаю, или мы какую-то информацию обмениваемся, и вот. Да, кстати, тебе нравится римское оружие? Еще как. О. И вообще записки всякие римские я читаю с удовольствием, и историю изучаю. Но прикида пока нет тоже. Вот. Есть такая разновидность. Есть такая, прошу прощения, что у меня с падежами-то в последнее время происходит. Есть такая разновидность. Разновидность такая есть. Оружие римского – это кинжал. Называется на латыни пугио. В более-менее классическую эпоху, когда легионеров снабжали оружием централизованно. Вот кинжалы не выдавали никогда. Кинжал это лично на твое усмотрение. То есть, вот условно говоря, тебе винтовку выдали, а пистолетик к ней изволь купить сам, если хочешь, конечно. Если не хочешь, можно без. Но если не хочешь, можешь не покупать. Но на тебя люди неправильно посмотрят. Поэтому, конечно, они старались покупать. Ты будешь не модный. Ну, во-первых, с ним как-то безопаснее, потому что если, например, у тебя меч там выпал, сломался, бывает всякое, не знаю, там в руку тебя ранили, уронил ты его, между ребер застрял. Ну, так у тебя хоть щит и нож будет. А может, еще такой с двух рук так. Хочешь. Во второй руке это щит. Бросил. Не надо. Это плохо очень. Ты что, фильмы не смотришь, что ли? Я не пойму. Но это очень плохо. Так нельзя делать. Так вот. Как второе оружие? Сайдарм, как англичане говорят, американцы. Очень любили. Это самое пугио. Причем пугио были ужасные совершенно. Прям реально ужасные. В смысле своих ТТХ. Они обычно очень сильно не длинные, но очень широкие. И очень часто с таким лавролистовидным расширением клинка. То есть, если его воткнуть и выткнуть обратно, то уже больница никакая, скорее всего, не понадобится. А если чуть-чуть повернуть еще? Куда ни попади. Если еще и повернуть. Совсем да, там с ребрами жесткости. Они кошмарное совершенно оружие из себя представляли. Так вот, в силу того, что это было личное оружие легионера любого ранга, легионер любого ранга его сам украшал, насколько у него хватало фантазии, денег и не хватало жадности. У меня вообще бы ничего украшено не было. Вообще! У тебя было обмотано вчерашние газеты от рыбы, чтобы не пожалело. Так точно, да. Хорошо. Так вот, совсем недавно, а конкретно в 2019 году или конце 2018 года, короче говоря, вот это свежак совсем, в Вестфалии, в городе Хальтерн-Амзее, то есть Хальтерн на озере или Хальтерн на море, нашли захоронение римского легионера непонятного ранга, не самого бедного, прямо скажем, но не самого богатого, и при нем находился, естественно, пугио незаменимый, он прямо у него был на поясе, имелся в ножнах. И, что важно, когда его хоронили, видимо, как-то они хитро прикинули, эти легионеры, что вот еще бы там вот метр вниз, там полметра вниз, они бы вот докопали до грунтовых вод. И все бы сгнило. Чуть выше его бы обязательно плугами запахали местные немцы. А его как раз положили ниже плуга и выше грунтовых вод. Поэтому он, что он инженер, надо с ними был. В идеальной сохранности. Пуги у него, собственно, так называемый тип Винданисса по... яркой, красивой, одной из первых находок такого рода кинжалов. Ну, фотографию, чтобы там лишний раз его ТТХ не описывать, я прикрепляю. И что меня сразу поразило, вот, собственно, такое длинное наше предисловие к камням. К камням. Он очень богато украшен. Понятно, что пояс у него весь бронзовый,
То, что он белый, пускай вас не смущает, это хитрый легионер все покрыл оловом, чтобы всем казалось, что это серебро. Это серебро, да. А вот, собственно, эфес, ножны самого кинжала, они реально украшены инкрустированным серебром. И вот обратите внимание, какое там количество красных камней. Ну, как кажется, камней. Угу. Понятно, что так как денег у него не хватило даже на серебро, это не камни, это эмаль. Угу. Естественно, которые имитируют, ну, на мой взгляд, вот тут уже к тебе вопрос, как к человеку, который в камнях разбирается. Что может имитировать красная эмаль? Красная эмаль имитирует, конечно же, только гранат. Потому что для того, чтобы нарезать пластиночку, которую потом прилепить, они любили пластиночки лепить, да, мы картинки будем показывать, нам не подходит, например, рубин. Потому что по шкале Мосса, есть такая шкала Мосса, там твердость камней, да, а рубин, он почти в самом верху, его адски сложно будет нарезать пластиночкой, он поколется просто. Вот. Да. А, он просто поколется, и поэтому обработку именно камней, распил вот этих вот пластинок, до которых мы скоро дойдем дальше, да. А вот, это все везде всегда шел гранат, находили его вот в таком виде, и вот смотря даже нашел картинку, нарезали пластиночек. А, хочу сказать, заметить один момент. Во-первых, настолько крупных кусков или самородков, можно это назвать, да, гранатов хорошего качества, они же бывают тоже, знаешь, там его разрезаешь, а он весь там в точечку, в пупырюшку, там в пузырик, не пойми, как вообще выглядит, ужасно. Нельзя, такое мы не любим. Надо, чтобы он был чистый, красивый, да. То есть, в данный момент такого качества, таких крупных, чтобы их можно было пустить на распилку, добывает крайне мало. Я по просьбам наших реконструкторов пытался найти, знаешь, один в год находят, и стоит он денег несусветных, и их никто не пилит, их и коллекционеры раскупают просто в частной коллекции, да. Как у нас говорят, конских пятаков стоит. Вот, то есть, это была такая прям довольно сложная работа, во-первых, по добыче. Я сомневаюсь, что где-то было месторождение тогда, где прям, знаешь, вот открываешь дверь, а там штабелями они лежат, все вот такие вот, и все прям годные к распилке. То есть, чтобы распилить один, получить вот эти вот пластиночки или там кружочки, да, годные для украшения оружия, надо было прибрать не одну тонну этих гранатов. То есть, это прям работа была очень-очень серьезная. Я не знаю, это, наверное, знаешь, такое производство было, ну, чуть ли не на уровне производства железа, потому что это были целые деревни людей, которые целыми днями копали и перебирали, отбирали крупные, передавали их дальше. Значит, они не могли выращивать еду. Их какие-то деревни другие кормили. Им это кто-то приказал, да, что вы кормите себя, еще вон тех. А вот, то есть это все было организовано. Кто организовал? Вот это вопрос к тебе. А это вообще вопрос крайне сложный. Почему? Потому что вот вопрос, да? Но мы сейчас немножко это забежали вперед, мы на него пытаемся ответить по поводу того, как была организована эта добыча, откуда вообще не брались эти гранаты. Давай попозже, если хочешь. Давай я отвечу на твой вопрос сначала. Давай. Значит, этот парень, который поставил себе на ножны и на рукояточку вместо серебра олова, и на ножны, на рукояточку вместо граната поставил себе эмаль, он 100% был очень сильный деревенский. Потому что если ты в Рим придешь с таким в какой-нибудь бар, где тусуют модные телочки, тебя просто засмеют. Потому что любой человек, который хотя бы 2-3 раза видел, ну не знаю, или просто 2-3 раза видел сам, или ему один раз показали, смотри, это эмаль, а вот это гранат, ты уже никогда не спутаешь. В жизни вообще, в принципе, это невозможно. Скажи, откуда бы мог взяться? То есть в Вестфалии легионер не из деревни. Вот, он, вот делая все это, он рассчитывал только на деревенских пацанов и модных деревенских телочек. Вот там он пришел такой, плащ так, хыч, и все такие, каменья драгоценные. Лалы. Да, ясно, что это не городской житель, не богатый, но он хотел, когда уйдет на дембель домой, там все показать. Произвести впечатление. Да.
Вот. Не, ну это связано еще было с чем? С тем, что легионеру платили очень сильно неплохое жалование. А это мы сейчас говорим про первый век нашей эры. Это самый вот. Рассвет жалования, самая высокая зарплата. Да, да, да. Им очень неплохо платили. Ну как очень неплохо? В среднем неплохо, там, конечно, бывали профессии куда более денежные, но неплохо, учитывая, что они еще и воровать могли, там, грабить и прочее, доля в добыче, все это понятно. То есть солдаты, в смысле матобеспечения в Римской империи, не сильно бедствовали. Да. Так вот, но у них был огромный плюс, как у всех военных в мире, в регулярных армиях, им не нужно было покупать еду. То есть, если они находятся на действительной службе, их централизованно кормят, им централизованно выдают обмундирование, точнее говоря, не обмундирование, а материал на обмундирование. То есть у него тратить-то деньги куда? Поэтому они тратили на самоукрашение, естественно. Покупали получше оружие, если такие деньги были. И вот, пожалуйста, этот кинжал. Кинжал сам по себе очень интересный. Почему? Потому что у него очень сложный дамасский сердечник, к которому приварены стальные лезвия, все это закалилось. Оружие серьезное, прямо скажем. Оно само по себе стоит дорого, просто работа. Вот, ну а на украшение вот хватило как хватило. Нет, там не так было. Смотри, в Дамаске пацаны из его деревни разбирались. Да. А гранатов они никогда не видели. И он такой подумал, блин, а зачем я буду вот это сейчас? Ну они все равно не шарят. Я поставлю стекляшки или эмаль, и это прокатило, скорее всего. Ну, конкретно у этого нет, а дома он не доехал, судя по всему, там в Германии остался. Может, он уже бывал там дома, ну, может, да, конечно, скорее всего. А, да, так вот, это же традиция украшать оружие чем-то красным, она имеет очень-очень-очень глубокие корни. Ну, ни для кого не секрет, что Римская, тогда еще не империя, а царство, а потом Римская Республика, не погнушались подрезать основной комплекс вооружений у галлов. То есть все, что есть хорошего у римлян, это шлем Монтефортино, это кольчуга, это щит скутум, такой слегка, да, в те годы ранее еще овальный, это все украдено у галлов. Совершенно железно. Потом у испанцев они меч украли, и вообще все стало хорошо. Да, так вот, а галлы... В 5 веке до нашей эры умели украшать, например, шлемы настолько роскошно, что, ну, давайте так, где-то к подобию вот такого уровня роскоши у нас дошли в 16 веке, я имею в виду в Западной Европе, заново. Вот элементарный вот пример, пожалуйста, опять же, мы картинки прикрутим, чтобы вам было понятно, я это уже все видел, мне о чем речь. Ну, вот, например, вот реконструкция такого рода шлема. Ну, да. Вот, это все тоже эмаль. Красота. Эмаль, хотя мы знаем, что есть шлемы и уже точно с гранатами. Да. Вот, при этом там золото, вот это классический вид этого гальского шлема. Конечно, аристократического. Это, естественно, далеко не каждый мог себе такое позволить. Это как раз городской. Городской гал. То есть, это золото и красная, например, эмаль, которая имитирует... Ну, скажем, гранаты. Или просто гранаты. То есть, золото и, и что-то красное. Это, я считаю, что вообще это имеет какой-то очень глубокий, сакральный, еще даже не гальский, а гораздо глубже индоевропейский какой-то смысл. То есть, того времени, когда индоевропейцы были еще каким-то единством, мы только начали расселяться по Евразии. Что-то это связано, видимо, с какой-то религиозной тематикой. Во-первых, а во-вторых, ну это же элементарно. Золото это просто красиво, потому что это самый драгоценный металл из тех, которые есть. А красное это кровь. Ну вот я тоже подумал, что кровь, потому что. Вот смотрите, картинки, гранаты бывают зеленые, оранжевые, желтые, розовые, фиолетовые, бурые. Всякие вообще разные, даже есть голубоватый гранат, я, к сожалению, в руках никогда не держал, добывается только на Мадагаскаре. Но дело в том, что у этих ребят, про которых Клим рассказывает, возможность купить драгоценные камни из Бирмы, из Цейлона или Шри-Ланки, из Индии, она, конечно же, была. То есть товары тогда эти все туда-сюда ходили по полной программе, но почему-то они брали только красные гранаты. Да. Исключительно красные. Да. Ну, тех или иных оттенков, конечно. Да, да, вот, понятно. Но я думаю, что это, конечно, с имитацией крови было связано. То есть, это какие-то, видимо, были аллюзии на кровь божества. То есть,
кровь божества, которая застыла и превратилась в вот такой драгоценный камень, который на фоне солнечного металла, то есть золото – это солнечный металл, потому что он цвета солнца. Опять же, это не я придумываю, когда мы видим, например, индоевропейские еще относительно ранние фигурки колесниц солнечных, такие есть, в том числе в Голландии находят. То золото всегда это какой-то бронзовый диск, обитый золотом всегда. То есть это понятно, что золото символизирует солнце четко. Солнце это понятно, что один из самых важных божеств ранних примитивных кочевых, полукочевых народов. Он не мог символизировать Марс? Видимо, у галов, если мы говорим о галах, о которых мы прямо сейчас упомянули, то есть когда они уже сложились вполне себе как отдельные народности. У них был свой бог войны, Марс. Назывался он, конечно, не Марс, вполне естественно. И да, и у германцев, и у кельтов этот самый Марс имелся. И, конечно, красные камни могли символизировать его тоже. Кстати, и у римлян вполне себе. Правда, с Марсом, да, почему мы так уверенно говорим? Опять же, почему? Потому что если мы посмотрим на коренного архетипического бога войны, который потом стал, например, у римлян Марсом, там у греков Аресом, у германцев, например, Донором, то он назывался в исходном этом вот постиндоевропейском эпосе, понятно, он назывался Рудра. А Рудра это красный, значит. Вот. То есть его мог символизировать, ну, в том числе и Гродат, конечно же. Загадка разгадана. Да, правда, конечно, тут мы должны сказать совершенно откровенно, что взывать к Рудре, это был очень дурной знак, прямо скажем, потому что Рудра это был бог, которому в привычном смысле не молились. То есть это как, знаешь, сильно дорогой, но крайне вам надоевший друг, то есть ему, с ним общаются только в том смысле, чтобы он не приходил. Вот с Рудрой общались в том смысле, чтобы он не приходил, потому что его посещения всегда плохо заканчивались. Может быть, как раз оружие, как оно несет что-то плохое. Как и с Марсом, собственно говоря, да. Ну, тем не менее, мне кажется, это наиболее близкий к истине, по крайней мере, в первом приближении вариант. Зачем золото, зачем рубины? Прошу прощения, рубины. Гранаты, да, гранаты. И вот мы видим, что, понятно, с галлами все плохо получилось, потому что римляне галлов всех того ассимилировали. Собственно, именно гальских галлов, их осталось очень немного. Их осталось немного в Валонии, немного в Бретонии, во французской. В Ирландии остались родственники. Это не те самые, это важно. Это именно что родственники. И Шотландии, и в Уэльсе. Собственно, все. Галлов на свете больше нет. Хотя, конечно, есть их прямые потомки, опять же, чудовищно ассимилированные с римлянами и с германцами. Ну, мы французов, конечно, все знаем, да? Так точно. Вот. Но французы, это ж от слова франк. То есть это по названию германского племени. Свободные. Да. Так вот, галлов римляне завоевали. А вот германцев они завоевать не смогли. Просто не хватило тяги. Часть, конечно, германских племен римляне подмяли, но целиком германскую вот эту вот айкумену подмять оказалось невозможно в силу очень трудной доступности. И в силу того, что у них нечего было взять. То есть зачем поперлись, например, в Тевтобургский лес легионы под командованием Квинтилия Вара? Вообще загадка, потому что, ну что вы в этом лесу забыли? Да, может, у них самые красивые бабы. Что вы забыли в этом? Что вы баб найти себе не можете? Господи, я не понимаю. Не, ну там же типа заговор был, и там он сказал, что... С Армением, понятно. Да, поехали, там заговор прямо сейчас. Я бы не поехал. Потому что, когда мне такое рассказывают, я понимаю, что это заманивают. Зачем мне это надо, господи? Так вот. Римляне контактировали с германцами очень много. И, соответственно, через Рим германцы контактировали, ну, практически со всем населенным миром. И именно из Рима германцы получали хорошее оружие. По-разному. Крали, отбирали на войне, покупали. Получали в подарок. Вот четыре основных способа. Если не отнимали на войне, нам очень сильно повезло. Вот такой был прекрасный обычай у германцев, у древних. Скидывать все к чертовой матери в озеро. Дар богам. Поэтому у нас есть прямо несколько, даже... Хорошие обычаи, нам очень нравится. Очень нравится, да. Озеро, там, озеро не дам, например, там сотни. Там щиты деревянные целые. Да, так там лодки сохранились целиком. Например, вот озеро не дам, там целый корабль утопили с оружием. И не только его, правда, там сотни единиц вооружения. Так вот, Римская империя приказала долго жить.
конце великого, в разгар великого переселения народов. И вот тут как раз римляне познакомились еще раз с родственниками, с индоевропейцами, которых перед собой гнали тюрки-гуны. Угу. А именно, они познакомились с сарматами. Угу. Которые вышибли сначала скифов перед собой, потом двинули перед собой алан и тоже индоевропейцев. Это предки современных осетин. Угу. Все родственники. Угу. Все родственники. И которые потом дванули перед собой степных германцев. То есть такое было. Степные германцы. А что, нормально? Вестготы. Это степные же ужас просто. Как, ой, прошу прощения, остготы. Остготы. Остготы в Крыму проживали, вдумайтесь, до 16 века. Там были колонии. Представляешь, приходишь в Крым, а там тебе... В юртах германцы. Вас издаст Ивохт граната. Нет, так главное, что они кочевники, они жили в юртах. Ну, они к тому времени, конечно, уже не были кочевники. Нет, а когда они кочевали? Ну, изначально в кибитках, да. Представляешь? Кочевые германцы. Степи, юрты. И только там... Das ist fantastisch! Ich habe nicht Konkurrenten! Слушай, если такой фильм снять будет просто... Они такие, наверное, все очень аккуратные, в моноклях таких, там... Там в 6 утра подъем, ауф, все, трк, и покочевали тут же все. Огонь. Здорово. Так вот, сарматы, как нормальные индоевропейцы, не просто любили красно-золотое оружие, они просто тащились по нему, и все, кто мог так снаряжаться, в обязательном... прикручивали. Да, они в обязательном порядке так снаряжались. Собственно, это вот великолепный стиль варварский великого переселения народов, вот все, кто только может, вот у него обязательно, значит, будет меч, у меча золотой эфес, выложенный или красной эмалью, или прям гранатами. Пластинами. Да, да, пластинами гранатами. И дополню, смотрите, гранат, если он плоский, ну, пластина, да, представляете себе. Сколько он толщиной примерно там? Слушай, там 3-4 миллиметра делали, это реально очень круто, очень круто. Мы, конечно же, не будем говорить, что... Предки могли делать то, что сейчас отказываются делать все ювелиры вообще. Лазерами. Да, это вполне можно сделать руками, медной пилой, с абразивом, сел и попер. Но это надо просто быть супер аккуратным, и у тебя должно быть очень много времени свободно. А, и очень много гранатов, которые ты можешь изуродовать. Чтобы научиться я сначала. Я думаю, что за это очень сильно били. Ну, нет. Тренировались, скорее всего, на каком-нибудь граните. Вот, так вот, что я хотел сказать. Смотрите, сейчас, в данный момент, камни гранят, вот если сбоку, да, то у него вот такой вот шип, да. Я специально не произношу термины ювелирные, нам не надо. Шип, потом здесь вот как бы уже купол назовем, да, чтобы все понимали. Так вот, этот шип зачем сделан? Когда солнце сюда, лучи попадают, они отражаются, вот там так, вот так, отсюда, попрызни, сюда, пойдем, сюда, пошли. Да. И они, собственно, камень окрашивают. А когда он плоский, отражаться от чего? От чего. А что сделали? Представляете, тогда придумали катафоты. Подложку какую-то отражающую. Они взяли золотую фольгу и реально из нее сделали прям катафоты. Прям вот конкретно натуральные катафоты. То есть с такими ромбическими углублениями. Свет проходил через гранат, отражался от катафота и выходил обратно. Прям вот реально, как у нас на велосипедах, на машинах катафоты. Картинку и найду, прикрепим. Вот, это прям вообще огонь. То есть, чтобы не просто граната, чтобы еще вот оно горело, и даже, то есть, с таким катафотом гранат будет гореть, знаешь, вот ты сидишь в темноте в избушке, и свеча одна горит, и у тебя меч весь будет такой. Мне кажется, любая тетя будет твоя. И не только тетя, я думаю. Когда такой парень зайдет, обвешанный, тут же найдется несколько нестойких мальчиков обязательно. Да, это как раз шутка. Ага, черт его знает, может, и не шутка. А если иметь в виду реалии великого переселения народов. Да, так вот, сарматы приволокли вот эту заново моду на украшение оружия золотом и красным. Почему я говорю заново? Потому что нет, римляне... Мы уже видели, сами умели отличненько все это делать. Но сарматы приволокли эту моду в радикальном смысле. То есть они радикализировали ее просто кардинально. Ну, у римлян был какой-никакой вкус, а у этих просто чем больше, тем лучше. И все. Ну, на самом деле у римлян был не только вкус. У них в силу того, что когда-то давно, это парни были очень шибко не сильно богатые, когда-то давно, у них было...
вплоть до поздних республиканских времен очень странное отношение к роскоши. Прям очень странное у римлян. Это прям нужно отдельно сказать. Типа слишком много нехорошо, да? А не то, что нехорошо, в голову не приходит. А-а-а. Просто в голову не приходит. Потому что, например, ну мы знаем, что там, блин, Марк Крас, Помпей, Юлий Цезарь, они мало того, что были очень богатые, они были реально очень богатые. По любым богатейшие мешкам. Люди планеты на то время. А, ну, возможно, в Индии какие-то были, да, бобы там богаче, раджи. Ну, не в смысле того, что у них было очень много драгоценных камней. Угу. Но все равно, они могли себе позволить что угодно. Вот вообще что угодно. Но у них фантазии не хватало больше того, чтобы построить какие-нибудь там бани, какой-нибудь себе, значит, дом с колоннами, его там расписать, пригласить грека, чтобы он статую им построил. Не, все понятно, это стоит. Оно прям дорогое, красивое, технически совершенное. Но когда Гай Юлий Цезарь приехал, например, в Египет познакомиться с Клеопатрой, Филопатрой VII, она его встретила специально в покое, который, как говорят, целиком вот все стены были инкрустированы изумрудами. И на ней было такое количество драгоценностей, что Гай Юлий Цезарь прямо только это сделал так, это... Как это понимать? Занюсь. Ну, что и сделал, собственно. И потом, только после этого были изданы первые законы о роскоши, которые регламентировали эту самую роскошь, и много роскоши мог иметь только Гай Юлий Цезарь. Ну, я бы тоже так сделал. Чтобы всем намекать, кто тут наместник бога на земле. Это как раз было после знакомства с Клеопатрой. Короче говоря, у римлян было не то, чтобы со вкусом. Слушай, хорошо. Слушай, они считали, типа, что это по-варварски как-то? Не, ну это дальше уже были различными поэтами, мыслителями и философами обоснования придуманы. Да. Потому что это, ну, это для варваров, ну это такая мерзость, кичуха такая, мы и так крутые, зачем нам все эти побрякушки? У нас вот философы-стоики есть, вот мы вот такие крутые, мы вот сейчас одели шерстяную тогу и все, и больше ничего. Значит, сандали на босу ногу, значит, с утра бобовой каши съел и до вечера пукаешь. Это по-нашему. Настоящему же. По-римски. Вот. Не то, что эти греки. Да. А отсюда, опять же, у греков же у них основа философии, ничего лишнего. Это просто основа, ничего сверх меры. У них и оружие это все какое очень соразмерно у греков. Вот у индусов, у них нормально все с оружием. Там, если копье, там у них 18 острией во все стороны вот так вот торчит. Вот, какая-нибудь там метательный какой-нибудь диск, какие-нибудь когти, шаманы, в общем, ад. Ну, да, неважно. Словом, сарматы радикализировали эту моду. И, конечно, в том числе и римские военные, которые были уже совсем вообще никакие не римляне по крови, в том числе германцы, которые находились на лимесе или даже уже не на лимесе Римской империи, они это восприняли с удовольствием, потому что они были варвары. И когда уже все не было ни сарматов, ни гунов, просто гуны, как мы помним, после битвы при Каталунских полях и смерти Аттилы, отступили, исчезли, ассимилировались просто в море окружающего населения. Все, нет больше гунов. Сарматы ушли, а это оружие осталось. И причем последние его отголоски, это, конечно, Скандинавия. То есть это самая последняя нехристианизированная часть Европы. Это такой заповедник настоящего германского мира, вот прям заповедник настоящего германского мира, до которого, ко всему прочему, еще и добраться никто не мог, потому что очень далеко. То есть прийти туда и там навалять всем было невозможно. Поэтому я всем говорю, что когда, например, там, Плиний или Тацит, вот особенно Тацит, говорили, что Сканза, Скандинавия, это остров, он был функционально прав, потому что функционально это в самом деле попасть остров. Попасть можно было только по воде. Да, туда хрен дойдешь. А, так вот, северные германцы в лице сначала континентальных саксов, ютов, фризов, которые потом вместе с англами переправятся на кельтскую территорию в V веке, а именно в Англию и в Ирландию. Ну, в Ирландии, правда, у них не получилось закрепиться, как и в Шотландии и Уэльсе. Но, тем не менее, переправились. Так вот, и непосредственно готы на острове Готланд, свевы в Швеции, лангобарды, значит, там же, норвежцы и прочее, прочее, прочее. Вот все вот эта вот часть, огромная часть, они продолжали иметь постоянные контакты с остатками Римской империи. Они их просто грабили или нанимались в услужение. Лангобарды же мы знаем, что часть лангобардов осела на север Италии, часть вернулась обратно в Скандинавию. Да. Естественно, взяв с собой все, что можно они было взять. Они даже что-то там по Африке немножко походили, да? Да. Какое-то время. Да. То есть, люди были крайне мобильные.
И последние отголоски, когда уже во всей Европе такого оружия просто не было, по крайней мере, в массовом употреблении, то аристократическое, героическое оружие этих германцев, оно по-прежнему такое. Вот самое знаменитое, что может быть, это инвентарь германского, прямо англосаксонского, какого-то то ли короля, то ли ярла из Саттон-Ху из Англии. Угу. Вот, пожалуйста, мы видим этот знаменитый шлем с личиной, с полностью антропоморфной, который прямо копирует поздний римский шлем в своей конструкции и морфологии. Да. Вот у него есть эти самые его брови. Вот брови у него проложены как раз гранатами. А в классическом стиле, через золотую перегородочку. То есть там никакая не эмаль, там именно гранаты вставлены. А, например, вот шлем из Бенти Гранж. Тоже англосаксонский знаменитый шлем, который был каркасный. Туда были вставлены сегменты из, видимо, бычьего рога. Угу. И у него на голове... Там его остатки есть, да? Органические. Есть. Есть. У него на голове, как мы знаем... У шлема на голове. У шлема на голове, да. У шлема на голове, вот наверху прямо шлема стоит на шлемное украшение. Страшно любимое германцев, это вепрь. Да. Там прямо под него вепрь сделан в виде вепря, очень узнаваемый. Прямо с какими-то пупырышками такими золотенькими. Сверху у него паз выбран, в паз вставлялась щетина. Да. Собственно, у вепря отнимали щетину, вставляли себе в шлем. И глаза тоже в виде граната не сделаны, чтобы тоже страшно горели. И подобное украшение мы видим. Вот. Я думаю, можно картинок просто запустить. Да, да, да. Я просто пока перечислю такие яркие какие-то моменты. И с той стороны Северного моря мы видим это в Швеции, Норвегии во время эпохи Венделя. То есть была, значит, там, 5 и 6 век эпоха инглингов, 6 и 8 век это вот вендельская эпоха, эпоха королей. Вот это самое роскошное оружие, которое было в раннем средневековье вообще, наверное, после падения Римской империи. Вот оно было там. Там тоже очень любили и мечи, в смысле и фесы, и ножны, и шлемы украшать красным. В том числе, да, гранатами. Опять же, хватало не всем. И вот вопрос, откуда они эти гранаты, черт возьми, брали? То есть я вот не знаю ни одного исследования, которое бы был посвящен данным предметам, они все оружевеческие. Или строго археологические. Где разбирается сам предмет, его нахождение в контексте и так далее и тому подобное. Я не знаю ни одного исследования, возможно, я не знаю. Я немножко нашел. Которое бы говорило, откуда эти самые камни брались. Чуть-чуть нашел. Я, к сожалению, не такой опытный... Искун. Архивосиделец, как ты. Значит, там в чем ситуация? Все камни, все натуральные камни обязательно имеют включение. Их можно видеть просто глазом, то есть это может быть, вот если мы берем вот такой рубин, а там вот такой пузырь, и мы увидим пузырь в рубине, да, это включение. Следующая стадия, это когда мы включение эти невооруженным глазом не видим, мы их видим в лупу, но они есть. Следующая стадия, когда мы их не видим в лупу, мы их видим только в микроскоп, но они есть. Если мы в микроскоп не видим никаких включений, это не камень, это подделка. Так вот, со всех месторождений включения всегда в одном и том же камне разные формы. Если мы возьмем 10 гранатов совершенно одинакового цвета, вот совсем одинаковый цвет, да, из Таиланда, Бирмы, Камбоджи, Шри-Ланки, Вьетнама и, например, Чехии, там будут совершенно разные включения. Вот картинки включения я вам прилагаю. Какие-то похожи на снежинки, какие-то на бублики, какие-то на ромбики. То есть это все элементарно, поэтому отличается. Но, к сожалению, пока никто не взялся, прямо вот выгрести все это с музеев, там, где ученые все скрывают, и просто взять, посмотреть через микроскоп включение во всех этих гранатах, ну или в части хотя бы. Чуть-чуть проводили такую работу, и там присутствуют гранаты с Урала, с Чехии, из Ирана, из Индии, из Шри-Ланки. Это вот, там, знаешь, посмотрели 0,0000001%. То есть, по сути, со всего мира. Ну, понятно, откуда и, могли дотянуться. Наверное, самые лучшие со Шри-Ланки и из Бирмы. Вообще, ярко-ярко, прям вот красный, можно найти везде, и они везде одинаково редкие. То есть, смотри, чтобы вот такой кроваво-красный найти один, и который еще пригоден для распилки, я тебе говорю, что вот сейчас их находят примерно один в год. Но... Допустим, тогда залежи были побогаче, но находили их один в месяц. То есть это реально целые регионы,
работали на добыче и торговле вот этими гранатами, если Европа настолько сильно ими засыпана? Ну, тут можно вот что сказать. Это как раз возвращаясь к началу нашей беседы. Угу. Кто это делал? Как только мы вступаем в эпоху рабовладельческого строя, угу. И если мы там дальше дожили до феодализма, вот, исследовали феодализм, угу. И открыли его в своей цивилизации, то начинается разделение труда, разумеется. Угу. Потому что пока люди живут натуральным хозяйством, у них не будет никаких камней. Успехов никто не добьется. Вот, то есть, возможно, у них будет какой-то хлопец, которому повезло жить вот прямо там, где из реки вымывают, например, гранаты, ну там, миллионами. Ну, понятно, что это красиво, он поймет, что это красиво, и у него там он, вся его семья, весь его род, и все вокруг, рядом соседи будут с этими... А он не сможет их распилить, на это время надо, ему надо сажать урожай. Нет, он посадит жену, чтобы она их просто песком гладила. А, ну, такое можно. Вот, да. То есть тут понятно все. Полирнуть. Это часть натурального хозяйства. Как только появляется разделение труда, хотя бы первичное, вот мы видим такие штуки. То есть что? Если мы говорим о поставке камней в Центральную Азию и оттуда в Европу, это значит, что где-то была деревня, ну даже не деревня, правильно сказать, род, угу. Род специалистов по камням. Их у нас на Руси называли арабским словом лалы, угу. Гранаты. Угу. Вот эти по этим лалам были специалисты, которые умели им заниматься, и они ничем вообще не занимались, кроме как ими. То есть один род их добывал, они просто знали, как это делать, где это делать, и добывали. А другие умели их шлифовать, пилить и прочее. Ну, то есть ювелиры. Угу. Там, не знаю, гранить-то их вряд ли еще умели шлифовать. Гранить не умели. Вот, шлифовать. Вот. А другие специалисты ими торговали. То есть они точно знали, что где-то есть в Англии мужик, который платит любые деньги там, на обмен, чего угодно, за то, чтобы ему принесли... Там вот горсть таких вот правильных по заказу прям гранатов. Ярко-красных. Да, прям ярко-красных. И понятно, что это, вот этот, так как этот запрос продолжался столетиями был налажен канал связи. Угу. То есть, нам нужны только такие гранаты, других, пожалуйста, не привозите. Или привозите, но не нам. Потому что, может быть, кому-нибудь другому нужны другие гранаты, мы не в курсе. Нам нужны только такие. В силу того, что военных было очень немного, по сравнению с более поздними периодами, то есть сколько там этих вождей было, которые могли себе такое позволить? Немного. Ну, там, условно говоря, там было 1000 таких сарматов, ну, да. 1000 таких германцев и там 500 таких римлян, там, и 500 таких кельтов. Вот они одновременно вот так жили, там, условно, там 5-6 тысяч человек. Угу. Обеспечить их такого рода камнями, я думаю, было можно. Слушай, это 100%, да, мы с тобой вывели сами этот тезис, что это не мода ни в коем случае, потому что не существует ни одного района, вот где добыча только красные гранаты. Да, это невозможно, это такого невозможно. Не бывает. Они везде будут бурые, фиолетовые, розовые, красно-розовые, розово-фиолетовые, всякие разные. То есть это действительно происходил отбор. Я думаю, что да, это религия. Это связано только с какими-то религиозными поверьями. И, скорее всего, наверное, Марс. Ну, это какой-то воинский бог. Это наша рабочая версия. Да, это какой-то воинский бог. Понятно, что у германцев в прямом смысле Марса не было. То есть у них такого божества, как Марс, просто нет у германцев. Mm-hmm. У них есть божество, которое функции Марса вполне себе исполняет. Это есть, это факт. Вот. При этом у них оно же разделено, считай, на два, потому что у них часть функции Марса исполняет однозначно, совершенно вот он же Один, угу. А часть приличный бог-донор, то есть Тор. Угу. Вот. Но они, видишь, как-то так поделили, видимо, функции изначального военного бога индоевропейского. Ну, бог его знает, как так получилось, это вопрос отдельный, мы сейчас не будем на нем останавливаться. Ну да, это как вот был такой фильм старый 2003 года «Слезы солнца». Был. Вот. А это, соответственно, у нас будут слезы Бога. Да. Вот, то есть это кровь Бога. Кровь Бога, да. Ну, кровавые слезы, неважно. То есть нечто красное, которое должно призывать воинскую удачу, воинскую ярость и таким образом символизировать защиту. То есть это не просто украшение, это однозначно совершенно апотропейка, профилактический амулет. Да. О, как да. Сказал. Да. Апотропия это оберег, значит. Угу. Ну, профилактика, понятно, предотвращение чего-либо. Угу. Поэтому, скорее всего, так. А вот изучение, конечно, этих камней, как, собственно, камней в оружии и вообще в воинском уборе, понятно, что не только оружие украшали, пояса украшали, пряжки, фибулы,
оно бы дало огромный толчок к изучению международных торговых связей в античности и раннем средневековье. То есть настолько четкого указания, что вот, например, черт возьми, Англия была связана, например, со Шри-Ланкой, придумать больше нельзя. Почему? Потому что, ну, камень, если он со Шри-Ланки, он не может быть больше ниоткуда. Слушай, а там даже знаешь, что там по включению можно в какой конкретно деревне его выкопали. То есть вот если долина и там 5 деревень, в каждой деревне будут разные включения. То есть можно установить прям конкретно точку, где купили. Это же очень круто. Конечно, круто. Интересно. Мне кажется, тебе нужно ехать в Англию, в музей и изучать. Дать всем пинков? Да. Ну, было бы неплохо. Так. Да, в Англию и в Скандинавию. Потому что мы, конечно, не настолько глупые, чтобы говорить, что это англичанин заказывал в Шри-Ланке в 5 веке нашей эры. Да, звонил и заказывал себе гранты. Конечно, это была многоступенчатая передача. Вот. Но, тем не менее, за, там, скажем, столетие такого постоянного запроса, даже поэтапная передача была отлажена полностью в смысле того, какой спрос нужно удовлетворять. Почему? Потому что, как мы сказали, род занимался добычей, род другой занимался обработкой, а третий род занимался торговлей, и он сидел на своем месте тоже столетиями. Да. То есть, вот на Шри-Ланке, ты не дашь соврать, люди, которые торгуют драгоценными камнями, они там этим занимаются, там кто в пятом, кто в десятом поколении. 700-800 лет, да. То есть, они точно знали, когда приплывет корабль, ну, например, какой-нибудь марокканский, из Ирана, например, ну, Иран. Там, или, ну, да, марокканский, там уже сидел дяденька, который говорил, что мне вот такой-то камень, потому что где-то в Александрии у него этот камень купят. Они вообще понятия не имеют. Другой дяденька. Смотри, зеленые же красивее, а эти дураки красные. Не, для зеленых у них были свои клиенты. Это все понятно. Вот. В том числе и для подделок, для лопушков для всяких. Так вот, дяденька в Александрии или в Багдаде этот камень покупал. И потом, например, он из Багдада попадал в Константинополь. Из Константинополя его продавали, скажем, в Венецию. Из Венеции он попадал уже непосредственно в Англию. Как-то так. Да. То есть, ну все равно, вот этот мостик прокинуть вот между Лондонским национальным музеем и скажем, Шри-Ланкой, или Бирмой, или Уралом, или Чехией, это просто целый мир в одном шлеме, в одной рукоятке меча. Да. Вот. И как-то, я не знаю, возможно, я упустил, такие исследования уже есть, но я специально искал, прям очень мало. Много специально искал. Я нашел буквально там, знаешь, проверили там 100 камней. Ну, это ни о чем вообще, да. Это считаю, что ничего и нет. Вот, ребята, вам очень интересно от Клима Саныча про драгоценные камни в военном деле. Ну, конкретно рубины, потому что там используют... Ой, прошу прощения, я заговариваюсь к концу дня. Гранаты, прошу прощения. Гранаты, конечно. Гранаты использовались не только гранаты, просто гранаты – это, на мой взгляд, наиболее яркий такой маркер. Самый интересный, если говорить про античность и раннее средневековье. Все? Да, наверное, все. Спасибо большое. Всем счастливо. До свидания. До свидания.